Меня зовут Аделина, я из города Новороссийска. Должность у меня куратор. Познакомиться с собственниками вот, других сети клиник «Демократ», обменяться опытом, вот, какие-то сделать дополнительные выводы для того, чтобы применить это в нашей работе, потому что на сегодняшний день, побыв на этой конференции, то есть я для себя сделала выводы, которые могу внедрить в свою клинику как куратор. ЦКП. То есть теперь я могу построить правильно свой рабочий день, отношения между мной и кураторами, так как у меня еще в управлении администраторы есть. Вот. Из-за своей многозадачности иногда у меня это не получалось. А сейчас, я думаю, попробую внедрить ЦКП, чтобы у меня все было здорово, правильно. Анна Тихонова, куратор, который на постоянной основе проводит обучение с кураторами с нами, да, вот, с администраторами. Мы также это активно применяем, и у нас есть результат этого всего. Это запись пациентов, если брать работу администраторов, если кураторов, это довольные пациенты и продажи. Ну, продажи – довольные пациенты, естественно. Мне понравилось на конференции выступление спикеров, вот, которые, в принципе, и дали еще довольно-таки много информации, которую, опять-таки же, мы будем применять.